Aye. Hudson, both. Niku gabu tuku seba, na fange chende, rika de ne marese, kushen, niku gaba tuntao, hande. Tuntao tik, mi lu kano, na le tuma nunda, ela, niku da. Tuntao tik. Na le tuma. He feel, yes, na le ki tuma yoro health suffering, he receive pandi. Ну, есть один пример, ну, есть одна такая история про одного человека, Ангулимал, вы, может, многое знаете, которому учитель сказал, если ты убьешь там тысячу человек, по-моему, да, то ты достигнешь просветления. Он убивал людей, убил 999, потом тысячный человек, у него был Будда, и он... не смог догнать Будду, потом раскаялся и принял вот это учение и искренне раскаялся. И несмотря на то, что он так усердно убивал людей, и с тем же усердием он отдался раскаянию. И считается, что сила его раскаяния была такой, что несмотря на то, что он накопил столь тяжелую негативную карму, страдал в аду, он попал в ад, но страдал в ней только одну неделю, как бы считается, да? То есть сила раскаяния тоже очень и играет большую роль. Yeah.